Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено боксу Фауса Дюк, где мы без вложений абсолютно собираем биткоин сатошики, ну и ставим на вывод. Значит, в прошлом видео я ставила на вывод 5000 биткоин сатошиков. Мне пришел вывод. Так, Виндрав History. Мне пришел вчера вывод. Прошел он мимо почты. Значит, 15 января 4000, с учетом комиссии, 4708 сатошиков мне прибыло на Coinbase. Переходим в кошелек. И, пожалуйста, 4708 биткоин сатошиков. 15.01. Ну, статус уже завершен, конечно. Прибыли все замечательно. Букс платит. Так, работаю я, собираю сатошки, друзья, на браузере Браво. Тут без всяких реклам. В общем, мне понравилось здесь собирать. Так, что еще я вам хочу сказать? Это мой аккаунт. Значит, минимальный вывод Виндрав. У меня 1300 сатох уже набрано. Здесь вот написано 3000 теперь. Минимум. Опять же, повторюсь, проверяйте, куда вы выводите, так как, чтобы не было лимита, если маленькие суммы. Или же собирайте сумму такую, какую у вас принимает ваш кошелек. Далее еще что я хочу вам сказать. Вот здесь надпись, переведете на русский язык и прочтете. Тут пишется, у кого 20 лично, более 20 лично приглашенных партнеров, рефералов, то вы можете написать техподдержку, и вам начислят вот такое количество кредитов на баннерную рекламу. Вот такая тут фишка, друзья. Вот. Я, правда, еще никуда не писала, но вот хочу тоже написать, чтобы мне дали кредиты и загружать баннер. Это, я считаю, неплохо. Вот. Ну и также я вот, у меня вот это уже просмотренное. Мне начисляют здесь вот от 18 до 50 биткоин сатошиков. Мне начисляют по 30 сатошиков. Там, по-моему, 7 рекламок. И вот эти я в день прохожу, мне начисляют, в день я могу кликать 50 раз просмотров. Ну, в принципе, на этом все. Работаем, зарабатываем. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.